погуляв по берегу озера, зайдя в визитор-центр, мы отправились в наш конечный пункт назначения, город Бамбай-Бич. И мы сначала посетим ту часть города, она называется Бамбай-Бич Руинс, то есть та часть города, которая была погребена под слоем воды, соли и грязи, и, собственно, из-за этого это поселение обезлюдило и стало заброшенным. Ну, вот это вот именно часть. А сейчас город насчитывает не больше 300 человек, там живет, и в основном живут они в трейлерах, в мобил-хомах. Мы проедемся, посмотрим, как там. Но, друзья, еще одна важная деталь. Я хочу сказать вам, что мы сейчас находимся, отправляемся еще дальше в уникальном месте. Дело в том, что это место, где находится город Бамбай-Бич, самое низкое место в Северной Америке. 68 метров ниже уровня моря. Более того, это самое низкое поселение людей, где вообще люди селились в Северной Америке. То есть это действительно по-настоящему уникальное место. И вот мы его как раз таки обозреем. Бамбай-Бич – городок, который погубило озеро, созданное человеком. Он расположен с восточной стороны одного из самых соленых озер в США. Это самое низкое поселение людей в мире – 68 метров ниже уровня моря. Вот, ребят, вот он, Бамбай-Бич, въезжаем, едем сейчас вот по окраине его. Смотрите, какое тут поселенице, как люди живут тут. 295 человек по состоянию на 2010 год, и, в общем-то, наверное, не поменялось количество людей, здесь жителей, да. А мы направляемся на его окраину южную для того, чтобы... Нас приветствуют, ребят. Для того, чтобы поснимать Бамбай-Бич Руинс. Это та часть, которая была заброшена и, в общем-то, так любима фотографами и всяческими туристами. Да. В общем, мы проехали вдоль города, не въезжая в него сам, хотели подъехать к берегу, к пляжу, и наткнулись вот на вот это вот. Вот эта вот часть, она затоплена, и для того, чтобы попасть на Руинс, Бамбай-Бич Руинс, я, честно говоря, даже не знаю, мы попробуем проехать с другой стороны. Вот, но здесь, здесь просто нереально туда ехать, потому что вода простирается просто туда вдоль дороги полностью. Я не знаю, с чем это связано, с дождями, либо озеро само. Правда, вот тут вот есть гребень, вот этот вот вал грязи, который. Мы попробуем залезть на него и пройти туда дальше. Все, мы нашли объездную дорогу, и, вернувшись чуть-чуть назад, там, где мы были в первый раз, куда заехали, нашли вот этот вот проулок, подъехали сюда, припарковались, и сейчас мы пойдем погуляем по пляжу. Там находится, вот там вот находится пляж, он залит был грязью лет 50 назад, там находится пирс заброшенный, там находится какая-то гавань, там какие-то, может быть, лодки остались, я не знаю, сейчас пойдем посмотрим. Да, если вот посмотреть сюда, вот этот тянущийся вал грязи, он должен предохранять от воды, который, уровень воды, который в озере повышается, постоянно повышается, понижается, и он был нанесен сюда когда-то давно именно
естественным путем, но потом его как бы уже искусственно повысили для того, чтобы как-то уровень воды не смог переваривать. Но даже сейчас видно, как затоплена та часть, как затоплена эта дорога, потому что дожди все-таки делают свое дело. Здесь жуткий ветер. Мы сейчас, я что-нибудь наброшу на себя, и мы сейчас туда пойдем погуляем, посмотрим, что там, да. Городской участок Бамбай Бич, расположенный на восточном берегу Салтон-Си, изначально принадлежал Ричарду Гиллиагану, который 8 октября 1929 года и заложил город. Он быстро привлек людей из Южной Калифорнии и Уикендли для жизни в пустыне и возможности отдыха на воде. Мы сейчас находимся как раз вот на этом вот пляже, который когда-то был гаванью для лодок. Когда-то здесь было развито рыболовство, здесь люди занимались рыболовлей. И сейчас вот это просто вот в таком вот виде, в заброшенном, дерево, деревянные остовы лодок, оставшиеся после того, как люди покинули это все. В январе 1976 года близость Салтон-Си стала угрозой для города, поскольку озеро начало расти и влиять на существующие структуры. Чтобы предотвратить надвигающиеся наводнения, на углу 5-й улицы и Пальмового прохода, самой низкой точки города, был установлен водяной насос и отстойник. Тем не менее, Салтон-Си продолжал расти, и в результате все участки и сооружения ниже 5-й улицы были затоплены и оказались под водой. Озеро с конца 90-х годов прошлого века отступило, и теперь область покрыта илом и грязью. Берма, или вал, была построена в конце 1970-х годов для защиты остальной части города. Нашли остатки пирса. Когда-то здесь была площадка, здесь швартовались лодки. Сейчас вот это все, что от него осталось, вот эти бревна, балки за 50 лет сгнили. А вот этот вот нарост, вы не поверите, этот нарост — это соль. Это та самая соль. Она закаменела, она превратилась в камень, перемешалась вместе с землей. И вот оберегает
от полного разложения. До того, как городок был разрушен Салтон-Си, Бамбай-Бич должен был стать площадкой для богатых отдыхающих в 40-х и 50-х годах прошлого века. Это должно было быть калифорнийской версией французской ривьеры. Но повышение солености в Салтон-Си привело к гибели крупных птиц и рыб, а также к серии наводнений в результате тропических штормов в 1970-х годах. Июля 1961 года наблюдательный совет округа Империал одобрил создание округа Бамбай-Бич для оказания коммунальных услуг и услуг по управлению и обслуживанию сообщества. Благодаря этому формированию был осуществлен ряд улучшений, направленных на развитие города. Тогда еще никто не предполагал, чем все это обернется.
Body Hall. Да, вот такое вот убранство. Вот здесь все сохранилось с 60-х годов прошлого века. Кухонька. Может, продукты есть еще какие-то. О, микроволновочка какая из 50-х. Не открывается. Электрическая плита. Вообще, надо сказать, удивительно, что в таком захолустном месте есть электричество. Здесь даже интернет ловит, как ни странно. Bathroom. Пожалуйста, будьте любезны. Вот, покрыто слоем пыли. Что тут у нас? Bedroom. И все, надо сказать, так сделано довольно неплохо. Если слышно вот в микрофон камеры, как воет ветер. Да. 50, 60, сколько? Да. Больше 60 лет здесь никто не живет. Область уже никогда не восстановится. Немногие оставшиеся жители сегодня живут в трейлерах, где они прячутся от палящего солнца. Передвижение по местности в основном на гольф-карах, из-за того, что ближайшая заправка находится в 30 милях от Бамбай-Бич. Городской район Бамбай-Бич превратился из уикенда выходного дня в устоявшееся сообщество преимущественно пенсионеров. Несколько городских, сервис-ориентированных коммерческих предприятий расположены в черте города. Земляной вал теперь защищает западную часть города от колебаний уровня воды. Части города за пределами этого вала, однако, не были такими удачливыми, поскольку теперь они остались либо погруженными в воду, либо наполовину в грязи. Thank you.
солнце клонится к закату, ребят. Мы собираемся ехать обратно. Ветер поднялся просто нереальный здесь. Я не знаю, километров 50 в минуту. Провода надо мной шкомутают так, что просто я не знаю. Решили напоследок купить что-то покушать, перекусить. Но единственный магазин, который здесь есть, за моей спиной, называется Bombay Market. К сожалению, он уже закрыт, либо закрыт вообще, я не знаю. Но также здесь есть одна закусочная, которая оформлена в очень интересном стиле. Она называется Sky Inn. Вот она. Мы думаем зайти туда, посидеть, может быть, что-то выпить, может быть, что-то купить, покушать. Я не знаю. А чем она интересна и чем интересен ее внутренний интерьер, мы сейчас посмотрим. Sky Inn. Мы заказали немножко покушать, немножко выпить. Как я и обещал, этот бар имеет уникальный интерьер. Все стены и даже потолок оклеены однодолларовыми, иногда двухдолларовыми купюрами. Сначала мы подумали, что это сделали сами владельцы бара для привлечения посетителей. На самом деле, как оказалось, это делали посетители бара. То есть ты фактически можешь прийти, что-то написать на своей купюре, приклеить, просто ставить на память, что ты здесь был. Интересная идея, на самом деле. Вот столько количества посетителей здесь побывало. В общем, мы тоже решили приобщиться к традиции и наклеить свой доллар. Нам дали вот такой вот стакан с карандашами, фломастерами. Мы выбрали зеленый. Тут, в общем-то, остальные все такие светлые, их будет плохо видно на купюре. Берем доллар и пишем. Ну, а поскольку как бы хотелось бы, чтобы немножко было это все дело узнаваемо, мы решили написать на русском. Теперь нужно найти место, где это наклеить. Вот
тут такой вот закуток есть, здесь бильярдный стол, какие-то рояли, неимоверные. В общем, мы нашли тут такой уголочек, который был не заклеен. Здесь вот и решили наклеить свой доллар туда. Так. Еще полосочку. О, теперь кто-нибудь, если будет из русскоговорящих здесь, в этом месте, в Бомбей Бич, и зайдет в этот вот бар-ресторанчик, знайте, что вот тут висит наша купюра.